дожди, слова любви издалека, глаза твои, и мы с тобой близки, улыбка Бога радуга, целует солнце облака, дожди, лежат в ладонях яблоки, и в небе снегири. В ладонях яблоки и в небе снегири. Моя любовь оголена, я говорю, что ты княжна. Ты мой глоток любви росток, весенний полевой цветок любви зарок. Я чувства прячу за спиной, любовь грозится стать ручной. Боюсь услышать, ты не жди, поверь, я долго ждал весны, где я иду. Улыбка Бога радуга, целует солнце облака, дожди. Слова любви издалека, глаза твои, и мы с тобой близки. Улыбка Бога радуга, целует солнце облака, дожди, лежат в ладонях яблоки, и в небе снегири. Лежат в ладонях яблоки, и в небе снегири. Лежат в ладонях яблоки, а в небе снегири. Сегодня я слаба, хотела я отвлечься своим столом, но на душе тревога, в горле ком. Пустите мой кораблик, господа, хочу я одного, хочу уплыть туда, где волны бесятся, и я в глазах тону. Хочу туда, где он, хочу скорей к нему. Шара, 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 шап туда. Гремят раскаты грома, плещет дождь. Какая все же злая нынче ночь. Не хочется ни петь, ни развлекать. Простите, я не буду петь и танцевать. Пустите мой кораблик, господа. Хочу я одного, хочу плыть туда, где волны бесятся, и я в глазах тону. Хочу туда, где он, хочу скорей к нему. Shut up, shut up, shut up, shut туда. Shut up, shut up, shut up, shut туда. Ой-яй-яй-яй.
сейчас. Пустите мой кораблик, господа. Пустите мой кораблик, господа. Хорошее радио, хорошее радио, хорошее радио. Радио Шанс. Музыка старых дворов, комсомольских строек, военных лет и заснеженных вершин в программе «Надежды. Маленький оркестрик». В Москве средь бела дня, на пляже было это у старого пруда. Красотка лет 17, прекрасная и стройна, вдруг стала раздеваться до самого гола. Красотка лет 17, прекрасная и стройна, вдруг стала раздеваться до самого гола. Разделась и тихонько по берегу пошла, весь пляж в оцепенение с собою привела. Сикстинская Мадонна в сравнении с нею срам, и слышались со звоном пощечины мужьям. Сикстинская Мадонна в сравнении с нею срам, и слышались со звоном пощечины мужьям. Не помнят старики, и даже гинеколог снял черные очки. Так медленно ходила красотка с полчаса, затем все так же медленно оделась и ушла. Так медленно ходила красотка с полчаса, затем все так же медленно оделась и ушла. Но вскоре стало ясно, что девушка была совсем не для загара, в чем мама родила. Там туфельки пропасы украли вдруг, а бедный гинеколог пошел домой без брюк. Там туфельки пропали, часы украли вдруг, а бедный гинеколог пошел домой без брюк. Как в магазине, на то она Москва. Чуть варежку разинул, ну и пиши хана. В Москве, как в магазине, на то она Москва. Чуть варежку разинул, ну и пиши хана. В Москве, как в магазине, на то она Москва. Чуть варежку разинул, ну и пиши хана. Надежды маленький оркестрик. По вторникам на радио «Шансон». Ну что же, добрый вечер, любимый город. Добрый вечер, дорогие друзья. Вы слушаете радио «Шансон Санкт-Петербург» 104.4 FM. И в эфире программа «Надежды. Маленький оркестрик». У микрофона Родион Варежкин. Рядом со мной мой замечательный соведущий Дмитрий Московский. Всем пламенный привет. Привет. Итак, всем, кто сегодня на границе вторника и среды находится у своих замечательных радиоприемников, где бы это ни происходило, добро пожаловать в эфир программы «Надежды. Маленький оркестрик». Итак, дорогие друзья, перед тем, как мы будем разыгрывать бесчетное количество подарков и представлять вам наших замечательных сегодняшних гостей, а некоторые из наших радиослушателей наверняка уже догадались, кто у нас в гостях, но пока для тех, кто не знает, интригу еще немножко поддержим. Давайте послушаем репортаж наших замечательных девчонок Света и Елены, которые всю неделю, стирая ноги, носились по городу, дабы узнать, что же думают о музыке наши замечательные горожане. Итак, репортаж. Голоса нашего города.
Что такое ля минор? Ну, это что-то музыкальное. Ноты. Аккорд? Потому что я сейчас со смены. Ну, это какой-то музыкальный термин. Скажите, а вы играете на каких-нибудь музыкальных инструментах или раньше играли? Здесь-то любили играть на гитаре, не так, в армии. Нет, в свое время на скрипке, но это было очень давно. На контрабасе ни разу не играли. Тем более. Можете ли вы спеть одну строчку из популярной шансонской композиции «Мурка»? Слов я не знаю. Может, не пейте, а так? Не смог. «Мурка, ты мой муреночек, Мурка, ты мой котеночек». «Мурка, ты мой котеночек, Мурка, ты мой муреночек, Мурка, Маруся Климова». Что-то там любимого. Могу сыграть на баяне. «Мурка, Маруся Климова». Та-да-да-да-да-да-да-дам. Ну что же тут можно еще сказать? Тут сказать-то нечего. Могут сыграть на баяне. Итак, дорогие друзья, у нас сегодня в гостях замечательная, зажигательная суперкоманда «Ля минор». Вот такие мужики у нас сегодня собрались. Перед тем, как мы будем задавать им леденящие душу и совесть вопросы, я хочу сказать, что сегодня, как и всегда, у нас разыгрываются подарки. Каким образом можно заполучить два приза? Самые внимательные, самые быстрые наши радиослушатели. Итак, на площади у Финляндского вокзала. У Финляндского вокзала на площади стоит замечательный серебристый автомобиль с цифрами госномера 929, в котором вас ждет красавица Алиса Варежкина. Скорее направляйтесь туда. И в подарок от нашей замечательной команды, которая у нас сегодня в гостях, «Ля минор», каждый из победителей получит музыкальный диск с автографами всех, почти всех участников команды. И дополнительные призы, которые предоставлены нашими партнерами. Дима у нас сегодня спит немножко. Да, давай, дорогой, мы скажи что-нибудь. Что тут скажешь? Играйте, выигрывайте, щите и обрящите. Ну и одновременно слушайте наших гостей. Ну вот, Дима все сказал, Дима устал. Итак, дорогие друзья, площадь Финляндского вокзала, госномер автомобиля 929, серебристый такой автомобиль, где вас ждут подарки и прочие разные вкусняшки. Также я напоминаю о том, что вы можете связываться с нами прямо в прямом эфире. Итак, 325-104-4 это телефон студии, вы можете позвонить, задать вопросы нашим гостям. И не забывайте, у нас есть короткий номер 1030, в начале сообщения пишите СПБ, после этого можно написать все что угодно. Приветы, вопросы, опять-таки, гостям нашей студии. Сегодня у нас в гостях замечательная команда «Ля минор». Итак, давайте рассказывать нам всем, что происходило в вашей жизни за последние полгода. Я знаю, что месяц вы были в разъездах. Где вы были? Что вы делали? Делитесь. Мы были на гастролях в Европе. Всем здравствуйте. В Германии, Швейцарии, Бельгии, Голландии. По-моему, все, да? Да, в этот раз. Без некоторых стран, да, которые обычно посещаем. А почему некоторые страны отпали в этот раз? Ну, как-то так получилось, что тур так организован был в этот раз. Санкции. За санкции команду «Ля минор» не пускают. Ребята, вас надо занести в книгу почета нашей страны. У нас теперь модно, те, кого не пускают, сразу становятся крутыми. Понятно. Как вас встречали? Ой, встречали нас хорошо. Довольно-таки доброжелательно, можно сказать, ну ура. Вот. Косо на нас никто не смотрел. У нас в начале эфира сейчас прозвучала песня, которую я еще, например, не слышал. Она из новых? Она с альбома 2014 года. Прошлогодняя. Да. Да, прилично я проспал, конечно. Прошлогодняя, но мы просто на концертах почему-то редко играем. Поэтому почему? Может быть. Поэтому, может быть, и забыл, что слышал. Скорее всего, слышал, просто на концертах мы не. Давайте с вами по поводу вот новых песен поговорим. Кстати, я могу сказать, интрига у нас все-таки есть в студии, потому что ребята еще с живыми инструментами пришли. Сегодня не весь, я так понимаю, набор инструментов возможных, да? Но, тем не менее, у нас здесь есть саксофон и гитара, и даже есть, как правильно сказать? Перкашн. У нас есть перкашн. Поэтому еще будет живое исполнение обязательно в течение эфира, и, может быть, даже не одно. То, что касается нового альбома, то, о чем мы говорили с вами перед 9 мая. Я знаю, что у вас сейчас готовится к сведению, да, к финальному да, уже да. Новый альбом, в котором очень много песен на... Песен на... На военную тематику. Это Вячеслав Шалыгин, вокалист группы «Ля минор». Итак, что вас подвигло
Время позднее, я понимаю, ребят, говорить очень трудно, но постарайтесь, пожалуйста. Что сподвигло к тому, чтобы... Конечно, сподвигло 70-летие Победы. Ну, нельзя было пройти мимо. Многие музыканты делали какие-то кавер-версии или ну, военные песни в своих обработках. Но мы не остались в стороне, естественно, угу. Потому что события... В частности, не остался в стране Игорь Ковчегов. Это сейчас говорит саксофонист группы «Ля Минор». А когда этот альбом вообще мы увидим? Когда он будет уже готов и сведен? Ну, полностью. В этом году, наверное. То есть вот настолько все долго? Да, мы хотели успеть, ну, естественно, к 9 мая, но... Да, но надо сказать, что мы перфекционисты и делаем нашу работу добросовестно. Это бросается в глаза. Поэтому... Ну, мы не гонимся за тем, чтобы успевать в срок. Uh-huh, у нас uh-huh. нет дедлайнов обычно в этом смысле. Мы выполняем работу тогда, когда она выполняется. Uh-huh, uh-huh. И вот как только будет готов, он порадует слушателей. А чем можете порадовать радиослушателей наших здесь сейчас? Что нового вообще планируется в самое ближайшее время? Если мы говорим о том, что альбом будет выпущен уже, я так понимаю, ближе к концу года? Да, у нас планируется концерт 24 июля. Да, на летней веранде клуба МОД. Вот, в Санкт-Петербурге. Концерт довольно ранний. Начало в 8 часов. Закончим мы ровно в 10. Угу. А почему так ровно в 10? Видимо, шуметь нельзя. А, то есть вам уже заранее поставили условие, что нельзя больше 10. А если на бис будут звать, это уже не считается. То есть нельзя, ну, и все. Так-то, может быть, 5 минут переиграем. Но, ну, правила есть правила. А, правила клуба. Ну, в школе мы упомянули про Раэль в кустах. Может быть, прямо сейчас живым звуком что-нибудь сделаем? Попробуем? Попробуем. Да. Кстати, перед тем, как ребята начнут играть, я еще раз напоминаю, что машина с подарками ждет всех наших радиослушателей. Ну, тех, кто успеет, конечно, на площади у Финляндского вокзала. Госномер автомобиля, ну, цифра госномера 929. Автомобиль серебристого цвета стоит на аварийке. Подходите, говорите, это радио «Шансон». И вам тут же отдают ваши призы. Ты закрой ресницы, милая моя, пусть тебе приснится вечер сатыя. Листьев пожелтевших под ногами хруст, быстро пролетела голубая грусть. Листьев пожелтевших под ногами хруст, быстро пролетела голубая грусть. А я в краю далеком, на дальнем берегу, три письма до локон верно берегу. Ну а как узнаешь ты горькую беду? Ты усни, родная, я весной приду. Ну а как узнаешь ты горькую беду? Ты усни, родная, я весной приду. Вечер тихой песней уплывает ввысь, но тебя нет рядом, где ты, отзовись. Ты закрой ресницы, милая моя, пусть тебе приснится вечер сатыя. Ты закрой ресницы, милая моя, пусть тебе приснится вечер сатыя. Надежды «Маленький оркестрик». Программа о музыке и любви. Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем программу «Надежды. Маленький оркестрик». У микрофона Родион Варежкин. Рядом со мной мой замечательный ведущий Дмитрий Московский. И в гостях у нас ансамбль «Ля Минор», песню в живом исполнении которого вы только что слышали.
Я напоминаю вам, что телефон студии 325-104-4. Звоните. У нас есть также Skype. Шансон Питер в одно слово по-английски. Присоединяйтесь к нам, друзья, и присылайте вопросы, пожелания прямо непосредственно на наш компьютер. Также короткий номер для смс 1030 в начале сообщения. Пишите СПБ. А еще, конечно же, важно, что на площади у Финляндского вокзала стоит замечательный серебристый автомобиль, где вас ждет красавица Алиса Варежкина и готова вручить первым двум из вас призы. Госномер автомобиля 929, цифра госномера. Приезжайте, вас уже ждут. Итак, Дима, у тебя есть вопросы к команде «Ля минор»? Или ты сегодня решил помолчать? Поиграть в молчанку. Но самое главное, что в молчанку не играли наши гости, и поэтому самый такой логичный вопрос. Хорошо, ты давно подковырнул. Так, ладно, самому себе не подковырнуть. Итак, Надежда, маленький оркестрик, в эфире наши гости. Чем живете сейчас? Аналогичный вопрос. Я думаю, все, кто вас знает, все, кто вас любит и ценит, хотят знать, что сейчас у вас, что называется, на сердце, на душе, на гитаре, на трубе. Что сейчас у вас? Какие переживания? Тромбон, да. Хорошо, уточним, на тромбоне. Ну, у нас был сейчас небольшой отпуск после тура, да, все разъехались, немножко отдохнули друг от друга. А тур был такой напряженный, ну, да? Ну, просто месяц, это все-таки бок о бок, это есть какие-то тут моменты. Кстати, в этом туре что самое напряженное, передвижение или выступление? Ну, понимаешь, что выступление — это уже такая, что называется, налаженная работа, да, тут это уже творческое вдохновение. И то, и другое. Дело в том, что накапливается усталость. Каждый день у нас концерт, каждый день довольно долгий переезд. Иногда бывает по 800 километров, иногда даже по 1000. Например, мы ехали из Гааги. Ну, смотри, на чем ехать, если на велосипедах, то, конечно, это действительно напряженный момент. Все-таки не на велосипедах. Ну, это да, конечно. А, кстати, вот европейские страны, которые вы посетили, какие самый такой горячий прием, где был? Там, где было больше русскоязычных слушателей, или наоборот, там, где вас вообще не понимали? Ребята, давайте ответите на вопрос Димы чуть попозже. Просто дело в том, что у нас уже первый победитель есть, человек, который нашел наш автомобиль, и мы очень хотим, чтобы... Да подождите вы немножко, он еще вообще ничего не сказал. Алло, алло. Алло, алло, Родион. Анисонька, добрый вечер. Добрый вечер. Скажи нам, что... У нас есть один победитель. Так. Александр, он приехал буквально после твоих слов о том, что вот мы стоим здесь. Он тут же прибежал к нам и сказал: я тут, я Александр. И вот, собственно... Он наверняка ждал за углом. Да, передай ему слово. Приветствуем Александра. Алло. Александр, добрый вечер. Здравствуйте, добрый вечер. Вы в прямом эфире сейчас, радио «Шансон 104.4», и команда «Ля минор» вас слушает. А как вам подарок? Шикарный подарок, целый пакет. Спасибо большое. Целый пакет. Радио. Вы уточните, спасибо. Чего пакет, а то у нас радиослушатели неправильно поймут. Там диск, там книжка, кепка. Теперь вы укомплектованы полностью для того, чтобы слушать команду «Ля минор» с книжкой и кепкой в руке. А у вас есть какой-нибудь вопрос к команде? У вас есть уникальная возможность, они сейчас вас слушают. Можно спросить у них что-нибудь? Ну, если честно, просто удачи в творчестве, так сказать. Спасибо, Александр. Какой молодец, Александр. Вам удачи в жизни. Да, это он уже услышит только из радио. Хорошо. Я уже повесил трубочку. Александр, молодец. Мы поздравляем от всей души победителя нашего. Вот все-таки вот быстрые люди. Я напоминаю, что есть еще один подарок. И еще один подарок он ждет. Площадь Финляндского вокзала, друзья. Госномер автомобиль. Цифра госномера. Да что же я постоянно заговариваюсь? Дима, это все за тебя, наверное. 929, цифра госномера. Серебристый автомобиль замечательный. Алиса Варежкина вас ждет. Там есть еще один приз. Это диск. И еще там какие-то презенты. Дим, что там еще из подарков? Дима сегодня спит, он просто сидел со мной, дремлет тихо. Итак, команда «Ля минор» у нас в гостях. Короткий номер для сообщений 1030. Вначале пишите СПБ. Вопрос, который вот перед этим задавал Дима. Давай освежим его в моей памяти. Освежим в памяти наших радиослушателей. Это вот так у нас внедрилось такой интерактив. В чем прелесть живого непосредственного радио? Всегда возникает какой-то интерактив. Но все-таки, возвращаясь в студию, где был самый горячий прием? И кто воспринимал лучше? Русскоязычная публика или, наоборот, люди, которые по-русски вообще не бум-бум? Нас везде почти всегда прекрасно принимают, и трудно сказать, какая страна. А в этот раз, ну везде хорошо принимают, такая средняя температура по больнице. А где вот в этот раз хорошо приняли? Так, ну, чтобы прямо сказать, не отпускали. Надо сказать, что всегда русскоязычная публика принимает очень хорошо в тех местах, где много наших бывших соотечественников. В Германии, например, в Кёльне или в Берлине. Но также хочется сказать про Бельгию, что это удивительная страна с очень
очень не похожий на всю остальную Европу культурой, и прием там просто потрясающий всегда. А в Сербии были? Вот я только что я только что прилетел. И тут Алексей Тополов взял микрофон в свои руки. Он сидит, это гитарист команды «Ля минор». И отвечает на провокационный вопрос. А был ли ты? А вот сейчас будет провокация чистой воды. К сожалению, я не был с группой «Ля минор», потому что я был, ну... Алексей, вы принципиально с ними не ездите? Я был с женой. Я был с женой и с дочкой. Я хочу, чтобы произошло так, как я попрошу. Дело в том, что буквально перед эфиром я сидел вместе с Алексеем в вестибюле нашего замечательного радиостудии «Ночное такси», доблестный, кстати, который 30 лет в этом году исполняется. И, собственно говоря, Алексей играл песню про Сербию. И я настаиваю, чтобы прямо сейчас она была исполнена в прямом эфире. Похлопаем, Премьера. Сейчас я сниму наушники, а то... Но только наушники. Но только наушники. Подыграешь мне, Олег? Ну, попробуй. Давайте, давайте, ребят, давайте. От Невы и до Кремля ты и еду я. Самолетик на Белград нас посадит Михобрат. С облаками под крылом покидаем мочий дом. Где ты молод, где ты серб, встретил нас ах с плакатом серб. Что вам будет сниться, люди северной столицы? Пальмы, океаны, теплые моря. Я не строю планы, пью ракию, где Балканы, и вокруг смеется Сербия любимая моя. Ракии большой глоток, тихо едет обелек по проспектам, городам, в Байнабашта городок. Что-то небо все черней и промокла улица. Выключайте дождь скорей, Брегович с Кустурицей. Что вам будет сниться, люди северной столицы? Пальмы, океаны, теплые моря. Я не строю планы, пью ракию, где Балканы, и вокруг танцует Сербия любимая моя. Дринские сплавари зажигают до зари. Рантаджани, гагацы, Маша со Святой Руси. Все открыты здесь дома, не воруют никогда. Только дух озер искал, сердце наше своровал. Что вам будет сниться, люди северной столицы? Пальмы, океаны, теплые моря. Я не строю планы, пью ракию, где Балканы, и вокруг танцует Сербия любимая моя. И вокруг сияет Сербия любимая моя. И вокруг смеется Сербия любимая моя. Вот так. Итак, только что была это уже авторская песня, да, я так понимаю, Алексей Тополов исполнил. Да, в Сербии написал. По случаю поездки в Сербию. Но мы возвращаемся непосредственно к команде «Ля минор» уже в ее, так скажем, в многообразии, в ее составе. И продолжаем тревел-передачу, которая посвящена поездке как отдельно взятого гражданина из группы, так и всей группе по Европам, как центральным, так и западным. Итак, дорогие друзья, продолжается программа «Надежды. Маленький оркестрик». У микрофона Родион Варежкин и Дима Московский. В гостях у нас команда «Ля минор». Ребят, с видео как у вас дела обстоят? Мы сняли последнее в 2014 году. Это крайнее. Клип именно. Да, крайнее. И вот снял нам как раз Родион некоторое время назад видео. Какой Родион? Варежкин. Какой такой Родион? Не знаю такого.
Понятно. Нет, все, клип, пока клип, видео кстати, у нас классный, вообще не получился. Было. Спасибо. Спасибо большое. Здорово. А ничего я так себя пропиарил? Так между делом. Я не рассчитывал, что. Живенько. Спасибо большое. Так вот, с точки зрения съемки видео в дальнейшем вообще что-нибудь планируете? Потому что есть такие разные каналы жанровые, да, будем говорить про шансон, да, и есть очень много источников, где люди, в общем, черпают именно видео концертов. И многого другого, да, или просто видеороликов тех же самых. Планируете какой-нибудь масштабный видеоклип? Как раз-таки, скажем, по случаю, ну, вот у меня сразу такая картинка рисуется, у вас пишется сейчас военный альбом, да, ну, прямо напрашивается видеоряд из гимнастерок каких-то, да, ну, понимаете, то есть некая стилизация, может быть, даже привязанная просто по времени, там, 30-е, 40-е, что-то такое. Или я сейчас сам с собой разговариваю? Ну, не знаю, мне кажется, что об этом не стоит думать. Главное, не как человек одет, а о чем он поет. То есть, вот поэтому мы думаем, что мы не будем как бы так делать, скорее всего. Не, ну задача-то у нас сейчас просто предостаточно. Во-первых, надо доделать все-таки военный альбом, да, потом у нас 15-летие на носу. Обалдеть, вам же 15 лет. Да, там надо что-то сделать интересное, но надо будет поработать, поэтому... Так, ничего не загадываем. Конечно, надо и снимать что-то будем. Ну, я так понимаю, концерт, который будет по случаю 15-летия, наверняка там будет видеосъемка. Да, да, да. Без этого не обойдемся, да. А вот еще хотелось бы с Василием поговорить. У нас есть такой замечательный человек, Василий Телегин. Очень скромно сидит, на самом деле, и говорит всегда в профиль немножечко. Так его почти не слышно. А, скажи, пожалуйста, почему ты молчишь? Потому что я люблю слушать. Замечательно просто. В команде для наших радиослушателей... На чем ты играешь? На контрабасе. На контрабасе. Где контрабас? Ну, вы знаете, складной очень сложно принести было сегодня, но это не планировалось, и поэтому сегодня я исполняю роль перкуссиониста, ну, то есть человека, играющего на ударах. И вот тут можно сказать, что во время живого исполнения наиболее внимательные из наших радиослушателей могли услышать звучащую перкуссию. Так вот, как раз-таки сам Василий и был тем самым человеком, который это делал. Я предлагаю прямо сейчас еще раз проиллюстрировать ваше творчество студийной записью, да, и потом вернемся в студию и продолжим наше общение. Я напоминаю вам, друзья, что это программа «Надежды маленький оркестрик», радио «Шансон Санкт-Петербург», 104.4 FM и телефон студии 325-104.4. Звоните нам и оставайтесь с нами. Посмотрела, как будто рублем одарила. Посмотрела, как будто огнем обожгла. Расставаясь, оглянулась, на прощанье махнула рукой и такой такой. И такой улыбкой тогда улыбнулась, что вовек не забыть вам улыбки такой. Прояснилась ночь, хорошие звезды зажгла. Первой роте сегодня ты ночью приснилась, а четвертая рота заснуть не могла. Маленький оркестрик надежды.
Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Надежды». Маленький оркестрик на радио «Шансон» 104.4 FM. Я напоминаю, что номер прямого эфира 325-104.4, а также то, что у нас в гостях замечательная команда «Ля Минор». Они грустные, угрюмые, спящие, но хорошие на самом деле, поверьте, они хорошие. У нас есть второй победитель, мы прямо сейчас давайте его в эфир выведем. Алло, алло. Алло, алло. Да, Лисенька, ну, у нашелся, я так понимаю, второй призер. Да. Да, второй победитель, передаю ему трубочку. Да, давайте трубочку передадим. А приз не забыли передать? Да, во-первых, большой... Добрый вечер. Да, добрый вечер. Как вас зовут? Владимир Дмитриев. Большой привет Александру Викторовичу Фрумину за то, что он опять взял в свои руки образы правления. И теперь у нас опять будет наша любимая, любимая музыка. Саня, тебе спасибо, привет. От Володи Дмитриева. Как вам подарок? Все отлично, все нормально. Ну, отлично, это самое главное, что все было нормально. Итак, мы продолжаем общение с ребятами. Все так напряглись, такая была пауза. А что же сейчас скажут, что спросят? Ну что ж, программа доползла, дожила, долетела, я бы сказал, досвистала до своего эко. Самое время сейчас перейти. К чему бы перейти? А творческим, наверное, планам? Или как? Родион, как считаешь? Мы это только что обсуждали. Да, чаще надо, ей же ты надо где отключаться. Где был в это время, да? Скажи? Тебе скажи, и ты захочешь. А на большие какие-то формы не пытались замахнуться? Все-таки сейчас модно стало такие интересные коллективы приглашать в озвучку или написание музыки для сериалов, для фильмов, для чего-то такого визуального. Ладно, видеоклип. Это все-таки какое-то такое сибаритское творчество. Вы для себя это делаете. А что называется для других, если? Дело в том, что в нашем прошлом эфире мы уже говорили об этом, этот вопрос затрагивался, и мы еще раз повторимся, что действительно есть такая мечта поработать над мюзиклом. Наверное, это самый пик, которого достигают музыканты популярных коллективов всегда. И вероятно, что у нас тоже могло бы что-то получиться. Но нужно, наверное, хорошо обдумать. И, может быть, какому-то из юбилеев группы «Ля Минор» мы создадим мюзикл. Какие молодцы. Какие назовем молодцы. Его «Тупая финка». А почему «Тупая финка»? Ну-ка. С этого момента поподробнее. Почему «Тупая финка»? Объясняй теперь. Объясняй. Просто когда-то мы хотели делать радиостанцию, которая, ну вот... Называлась бы «Тупая финка»? Нет. Она, это вот Финляндия, которая, я не помню. Радиостанция Финляндия была такая. Ага. И мы просто всякие проекты придумывали. Какие там могут быть проекты? Например, передача для охотников «Тупая финка». Ну вот, собственно, вот поэтому «Тупая финка». Потому что у меня с разные ассоциации на эту тему пошли. «Тупая финка» — не очень умная представительница, так скажем, Финляндии. Ну, это как вариант. Нет. Ну, мало ли. Ну, вообще, мы открыты для любых идей, поэтому если вдруг у кого-то каких-нибудь режиссеров театральных будет какое-нибудь предложение, мы с удовольствием. Ну, в связи с тем, что радио «Шансон» 104.4 слушают все театральные режиссеры, потому что они подпитываются своими вдохновениями, питают из нашего радио. Ты согласен с этим? Да, конечно. Почему эта идея возникла? Дело в том, что недавно посмотрел оцифрованную версию комедии «Веселые ребята», где восстановили первичную титровку «Джаз-комедия». А поэтому было бы, а почему бы, собственно говоря, нет, почему бы не сделать шансон-комедию, условно говоря? Снял бы просто фильм такой. Или шансон-трагедию, например. Или шансон-недоразумение просто, да? Давайте, у школы у нас тут, да, что-то хотел сказать? Да, хотел сказать. Ну, уже не хочу. Итак, дорогие друзья, команда «Ля Минор», ансамбль у нас в гостях. Я предлагаю прямо сейчас приступить к живоизвлечению звука. Как вы на это смотрите, ребят? Про тихий вечер песенка. Про тихий, хорошо. Громкая песенка про тихий вечер. Отчитай. Вечер над Невою догорает. Тихо в Ленинграде в этот час. Я хочу, чтоб ты была со мною, но тебя со мною нет сейчас. Я хочу, чтоб ты была со мною, но тебя со мною нет сейчас. Тихий вечер, теплый вечер, я такие вечера люблю.
В этот тихий теплый вечер для тебя, любимая, пою. В этот тихий теплый вечер для тебя, любимая, пою. Карточку твою бесценной ношей я ношу в кармане с того дня. Да чего же ты была хорошей, горяча была любовь твоя. Да чего же ты была хорошей, горяча была любовь твоя. Тихий вечер, теплый вечер, я такие вечера люблю. В этот тихий, теплый вечер для тебя, любимая, пою. В этот тихий, теплый вечер для тебя, любимая, пою. Ты в лицо подуй мне свежий ветер, волосы развей сильнее дуй. Помнишь наши ласковые встречи, первый настоящий поцелуй. Помнишь наши ласковые встречи, первый настоящий поцелуй. Тихий вечер, теплый вечер, я такие вечера люблю. В этот тихий, теплый вечер для тебя, любимая, пою. В этот тихий, теплый вечер для тебя, любимая, пою. Надежды маленький оркестрик. Ну что же, мы продолжаем программу «Надежды. Маленький оркестрик». У микрофона Родион Варежкин. Рядом со мной мой соведущий Дмитрий Московский. В гостях у нас ансамбль «Ля Минор». Каким-то хладным космосом повеяло от нашей новой отбивки. А что-то необычное, кстати, если говорить. Мужики застыли. Конечно, предвкушение смело. Это же все-таки «Ля Минор», а не «Ля Мажор». Да, а вот действительно, мажор. А чё ж так для минор-то? Мажорные темы бы как-то вывели в название, нет желания? Ну, да, вот. Это просто как альфа и омега, начало. Ля минор — это начало для вот любого музыканта. А, кстати, что касается космических тем, что-то необычное такое, совершенно, что идет вразрез с вашей общей идеологией. Вы что-нибудь такое допускаете? Спеть, допустим, попсу, например. Там розовые розы, синие лебеди. Хорошая попса смешно. То есть это для вас такой оксюморон, да? Сочетание несочетаемого. Я думаю, что музыкантов хороших... Если профессионально работать, можно... Я, например, аранжировки делаю в любых стилях. Мне все равно. Это реклама была. Обращайтесь, да? Телефон пи-пи-пи-пи. Пишу песни, делаю аранжировки в любых стилях. Нормально. Вот они какие, ля минор. Ребят, почему эту площадку выбрали? Вот у вас будет буквально послезавтра, получается, да, концерт? Да-да. В клубе МОД. Почему именно эту площадку выбрали? Ой, там прекрасно летом. Там открытая веранда, находишься как на свежем воздухе, могут все курить, по-моему. Даже те, кто не курит. Сидеть в диванах. Те, кто не курит, там заставляют. Плясать. Да, все что угодно. И там хороший звук. Хорошо. А вообще зал сам по себе он большой, маленький? Ну, это крыша. Это объяснило мне все. Если мне память не изменяет, человек... Покатая крыша, да. Человек 150 туда влезет, я думаю. Да, да, на веревках особенно держащих. Это больше похоже на спонсор концерта такой. Карлсон такой, да, который живет на этой же крыше. Да, да, да. Хорошо, так а по поводу вот более таких, так скажем, академических площадок, у вас что-нибудь планируется? Вообще планируете, допустим, там, ну, средние площадки, даже если брать, там, ДК «Газа», там, театр, концертный зал Финляндского вокзала, если брать. То есть, так, ну, средние по размеру, я имею в виду, площадки. Мы будем играть, скорее всего, в «Эр-Арте». В концертном зале там. Ну, пока еще непонятно. Осенью. Да. Вот. И 15-летие будем отмечать тоже довольно. В Ледовом.
в каком-нибудь большом месте. Потом в сентябре мы играем тоже на новой площадке клуба «Аврора». Разнообразный у вас такой подход к площадке. Да, да. То есть нет такой любимой, на которую постоянно ходите сами и приглашаете своих слушателей. Я сейчас думаю, что мы прервемся на музыку. С удовольствием. Мы тоже. Музыка нас связала. Дорогие друзья, оставайтесь с нами. Композиция называется «Стерва». Она была первой, первой, первой королей в архангельских кабаках. Она была стервой, 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 с лаком серебряным на коготках. Она была стервой, 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 с лаком серебряным на коготках. Что она думала? Дура, дура, кто был действительно ее любим? Туфли из гавра, бюстгальтер из дувра и комбинация с филиппин. Туфли из гавра, бюстгальтер из дувра и комбинация с филиппин. Когда она павой, павой, жила в ресторан, муж ее падал, падал, падал на вертолете в своем океан. Муж ее падал, падал, падал на вертолете в своем океан. Танцуй, улыбайся, чудится ночью тебе, как плывет мраморный айсберг, айсберг, айсберг. Ну а внутри его тот вертолет, мраморный айсберг, айсберг, айсберг. Ну а внутри его тот вертолет. Так что ж ты не ищешь разгула? Взглядом слепым. Туфли из гавра, бюстгальтер из дувра и комбинацию с филиппин. Туфли из гавра, бюстгальтер из дувра и комбинацию с филиппин. Надежды, маленький оркестрик.
Итак, дорогие друзья, дорогие наши радиослушатели, мы продолжаем программу «Надежды. Маленький оркестрик». У микрофона Родион Варежкин, мой соведущий Дмитрий Московский. В гостях у нас ансамбль «Ля минор», который вот уже 45 минут зажигают, не побоюсь этого слова, взрывают эту студию своими искрометными шутками, своим драйвом. Но они честно сказали, говорят, у нас завтра эфир на телевидении. Я так понял, что они себя берегут. Послезавтра. А, уже послезавтра. Mm-hmm. Вот, видите, все течет, все меняется. Да. Дело в том, что радио «Шансон Санкт-Петербург», оно искажает время. Вот только что было завтра, уже послезавтра. Посидим еще немножко, и все изменится совсем. Итак, пишите нам на короткий номер 1030. В начале сообщения пишите СПБ, сообщение платное. И также дозванивайтесь до нас в студию по телефону 325-104-4. Ничего нового. Всего старого. Ребята, я смотрю, я просто счастлив. Дмитрий Московский хочет задать пару вопросов, по всей видимости. Жаждет, рвется прорваться к микрофону. Кстати, в последнее время стало модным перепевать старые добрые песни. Не просто старые песни, а главное, допустим, которая в детстве, допустим, вас вдохновила на что-то. Вот такое дело, помимо военных песен. Ну, допустим, сейчас модно стало петь просто элементарно детские песни. Вместе весело шагать по просторам, что-либо такое. Вот. Мужики, а можете? Нет таких мыслей для детишек своих, чужих. Спеть что-то? Да есть, конечно. Ну, это достаточно ответ, я считаю. Его золотом по мрамору и в студии повесить, за подписью. Ты вопросами ставишь просто такие. Аж было бы неинтересно, если бы по заранее заготовленному-то. Кстати, да, по поводу того, что вспомнил про детишек, давайте тогда, пользуясь случаем, у нас, у нашего аккордеониста-баяниста Кнопочного, позавчера вечером родился сын, поэтому, в общем, мы хотели поздравляем, поздравить его, да, поздравляем в прямом эфире. Греха. Ура, ура! Мы с тобой. Ура! Поздравляем. Ура! Ну, то есть детских песен сейчас мы не дождемся, и никакой импровизации сейчас не будет такой. Эх, а не детских? Грустных. Тишина. Давай, «Весенний блюз» споем. Давай, мы можем спеть песенку из кинофильма. Вот. Под гитару. Это очень кстати, прямо сейчас. Что за песня, ребят? Это не важно, ты играй главное. Начни как-нибудь. Куда же ты поехал? Живой звук на радио «Шансон Санкт-Петербург». Ансамбль «Ля минор». Высочайший пилотаж в музыке. Мерси боку, Родион. Я в весеннем лесу пил березовый сок, с ненаглядной пивуньей в стогу ночевал, что любил, потерял, что имел, не сберег. Был я смел и удачлив, но счастья не знал. И носила меня, как осенний листок. Я менял города, я менял имена. Надышался я пылью заморских дорог, где не пахли цветы, не блестела луна. И окурки я за борт бросал в океан, проклинал красоту островов и морей и бразильских болот, малярийный туман и вино кабаков и тоску лагерей. Зачеркнуть бы всю жизнь, да сначала начать полететь к ненаглядной,
певунье своей. Да вот только узнает ли родина мать одного из пропащих своих сыновей. В весеннем лесу пила березовый сок с ненаглядной певуньей в стогу ночевал, что любил, потерял, что имел, не сберег. Был я смел и удачлив, но счастья не знал. Я в весеннем лесу пил березовый сок. Я в весеннем лесу пил березовый сок. Я, честно говоря, подумал в конце, что вы на второй круг пошли. Дорогие друзья, радио «Шансон» Санкт-Петербург, 104.4 FM, в эфире программа «Надежды. Маленький оркестрик». Я Родион Варежкин, тут рядышком Дима Московский, который спит сегодня. Кстати, музыка шикарная, песня шикарная. Самое интересное то, что если судьба бы она пошла по второму, кажется, да? Да, пусть будет и судьба резидента, и судьба президента. Главное, что в чем плюс песни. Ее можно, опять же, если говорить о творческих перспективах, песни для фильмов, сериалов, а это песня для торгового центра. Знаете, запустите и по кругу. Так 33 куплета. Она уже записана. Уже записана. Так увеличить до 33 куплетов и пустить до закрытия магазина. Звучит группа «Ля минор», и я в весеннем лесу. Тогда пел, надо в индийском сок. Магазине такую продукцию продавать. Точно, и с индийскими такими. Ой, зовите меня, у меня в телефоне встроена гитара, я вам подыграю. У меня такое ощущение, что сегодня такой слет маркетологов. Все обсуждают, куда чего пристроить. В магазин. И как себя продать, конечно. Тут видеорежиссеры, собственно говоря, аранжировщики. Я тут что-то могу тоже сыграть на гитаре, встроенный в мобильный телефон. Так что обращайтесь. А теперь расскажите-ка, наши дорогие друзья, наш замечательный коллектив «Ля минор», для тех радиослушателей, которые сегодня впервые вас услышали, почему им нужно пойти послезавтра на ваш концерт? Чудесный день, пятница, выходной, мы дарим хорошее настроение. Вот это уже ближе к делу. Итак? 24 июля в клубе «МОД» на летней веранде мы дадим концерт. Приходите, всего наилучшего. Да, несмотря на то, что мы, может быть, в студии выглядим немножко невеселыми. Вас не видят, но поверьте, вас слышат. Поверьте и проверьте, приходите на концерт, там будет жарко. Будет жарко. Со студией сегодня как-то не очень вот это получилось, жарой, да. Ну нет, нам тут хорошо, душевная обстановка, лаконичность, четкость. Главное вовремя сказать «да». Итак, ребят, у нас, в принципе, на сегодняшний день все темы исчерпаны. Я не знаю, что вас сейчас спросить. Вы такие молодцы. Про погоду. Так ты же сказал, Слав. Погода в пятницу будет замечательная. Значит, надо идти на «Ля минор». Приходите, просто будет полный состав. Это совершенно другая картинка будет. Сейчас мы такие немножко в релаксационном состоянии. Вечер, да. Гитара, саксофон, конечно, это... Да-да-да. Понятное дело, если вы месяц колесили по Европам, что уж тут говорить, конечно, сил почти что и не осталось, в общем-то.
все осталось в Европе, все выколесили в Европе. А программа концерта уже составлена, это понятно. А все-таки вот люди, которые живут в режиме импровизации, насколько вам важно составить заранее концертную программу? Или там все-таки какая-то такая, что-то такое предвидится? У вас нет такого четкого расписания, как в оперном театре? Это первое отделение, второе отделение, антракт, буфет? Ну, мы периодически стараемся это делать, но, по-моему... С антрактом и буфетом? Нет, не с антрактом и буфетом, а составлением списков всяческих или построения программы, но каждый раз все равно это все меняется и происходит спонтанно. А в какую сторону по меняется? По настроению просто от публики, ну, какие волны ловим. То есть песни по заявкам предвидятся. Так и программа там варьируется, да. Есть какой-то приблизительный там курс? Первые две песни, а дальше поехали. А бывает так, что просят вас петь не свои песни, не ваши песни, а какие-либо там «Зайцы в полночь косу косили», «Косу не, косили». Это не к нам, это как раз... То есть вы не поете чужих песен? Да не, поем, конечно. Ну, чужие-то поют как раз. По заказу. По заказу. По заказу, если мы их не поем, то мы их не поем. Эки вы. Ребята, а сколько у вас вообще, так скажем, авторских песен во всем том многообразии, которое вы озвучиваете на сцене? Немного. Да и бог ты с ним. Программа носит явно медитативный характер. Самое время настроиться на волну. Даже если не песен, то хотя бы интересных мыслей. Итак, дорогие друзья, у нас программа на самом деле уже завершается, подходит к концу. И я хотел бы еще раз озвучить о том, что у нас сегодня команда «Ля минор» была в гостях, ансамбль. Я сейчас им дам слово вам пожелать что-нибудь, если они еще в силах будут. А «Ля минор» в полном составе, то есть не в полном, а в том составе, в котором сегодня ребята у нас находятся, это Василий Телегин, Вячеслав Шалыгин, Игорь Ковчегов и Алексей Тополов. И, ребят, от вас пожелания всем тем радиослушателям, которые весь этот час доблестно были с нами. Ой, всем счастья, здоровья, прекрасного настроения. И любви. Отдыха, любви, да, лето. Приходите на концерты, слушайте хорошую музыку. Ну и спокойной ночи уже. Вот чего ждал Слава все это время. Дима, ты скажешь что-нибудь? Конечно, я думаю, что самый пламенный пример сейчас впору передать немцам и сербам, где мы побывали недавно, группа «Ля минор», а также огромное спасибо нашим радиослушателям, которые обнаружили искомую машину с презентами, получили эти презенты. Следуйте дальше этому курсу, и вы всегда будете ударены хорошей музыкой и забавными, но нужными презентами, подарками. Я думаю, гостями, забавными, но нужными. Итак, дорогие друзья, в эфире была программа «Надежды. Маленький оркестрик». Меня зовут Родион Варежкин. Все это время рядом со мной работал Дима Московский. И в гостях у нас была команда «Ля минор». Я вам хочу сказать, что ровно через неделю в это же время, в 23 часа, то есть как мы выходим, у нас в гостях выйдет очередной эфир программы «Надежды. Маленький оркестрик». В гостях у нас будет Эдита Станиславовна Пьеха. О-о-о. От себя... Я не могу работать в таких условиях. Это «Ля минор». Итак, берегите себя и оставайтесь самими собой, чего бы вам это ни стоило. Ну и, конечно же, слушайте хорошее радио. Радио «Шансон», Санкт-Петербург. Пока-пока. Музыка старых дворов, комсомольских строек, военных лет и заснеженных вершин в программе «Надежды. Маленький оркестрик». В полях завислой сонной лежат в земле сырой Сережка с малой бронной и Витька с маховой. А где-то в людном мире, который год подряд, одни в пустой квартире, их матери не спят. Свет лампы воспаленной пылает над Москвой, в окне на малой бронной
окне на Маховой. Друзья мне встать в округе, без них идет кино. Девчонки их подруги все замужем давно. Спасенный мир вечный, мир живой, Сережку с Малой Бронной и Витьку с Маховой, Сережку с Малой Бронной и Витьку с Маховой. Радио «Шансон» – программа по вашим заявкам. Только